Значит, отдельно нужно остановиться на классе ахондритов. К такому типу метеоритов относятся метеориты, поступающие к нам, как я уже сказал, с больших астероидов, и в частности с Луны и с Марса. И вот здесь у нас несколько образцов представлено. Вот образец Луны. То есть в нем не обнаруживается никаких хондр, а прослеживаются следы такой более глубокой дифференциации вещества и раскристаллизации. То есть, по сути, они очень похожи на земные породы, на базальты. Вот. И этим самым отличаются от всех общих метеоритов. Обнаружить их достаточно тяжело, поскольку они очень похожи на земные породы. Вот. Но, тем не менее, для ученого мира это не представляет никакого труда особого. И очень многие люди, в общем-то, когда сталкиваются с метеоритами, они не верят, что метеориты могут поступать с таких планет, как Луна и Марс. Вот. Но, тем не менее, это факт, который тоже не подвергается сомнению для ученого мира. Поступают они следующим образом, то есть в тело ударяется также метеорит, вышибает вещество, оно начинает путешествовать в космическом пространстве, и Земля его притягивает в качестве метеорита.